Общежитие Нахимова, 4-й этаж. Выходим с комнаты. А здесь у нас потоп. Воды в коридоре стоит сантиметров 5. Вот она. Перекрытие бетонное между 5-м и 4-м этажом. Течет. Вот. Сейчас поднимемся на 5-й этаж. Покажем, какая там обстановка. Вот здесь без зонтика вообще не пройти. Вот сейчас попробуем проскочить. Оп. Здесь у нас вообще водопад. И вся эта вода течет на 1-й этаж. Там вообще надо ходить только в заколенниках.